Приветствую, дорогие наши коллеги, покупатели. К нам вот пришла, вот сегодня забрали только печечка. Вид не очень хороший. Вы честно спросили у продавца, это официальная коника, но не в России. Что это за печка? Они сказали, что это была подменная печка для печати там, сервисных штучек. И вот они пробовали на ней печатать конверты. Соответственно, мы посмотрели, состояние печки очень хорошее. То есть можно, вот, собственно говоря, здесь убедиться. Мы вот специально тут сняли сейчас сверху крышечку, чтобы можно было посмотреть. Собственно говоря, из того, что как бы вызывает вопросы, вот здесь видно, что ну, за пределами, конечно, области, то есть, видать, печатали там 13-19 дюймов такую бумагу. Сейчас попробую сфокусироваться. То есть видно, что здесь на ленте есть какие-то зарубки. И видно, что есть небольшие следы. Сейчас попробую здесь прокрутить. То есть видно, что здесь печатали что-то такое вот узкое немножко. Но в целом лента в таком, то есть на печатном поле нет никаких особых нареканий. То есть я вот не заметил каких-то там, ну, не знаю, проминов, порывов, точек. Сейчас я прокручу ее по максимуму. То есть, знаете, что-то действительно печатали, ну, похожие, возможно, конверты, не конверты, но что-то такое узкое. И печатали типа СР-ки. Собственно говоря, ну, из того, что понравилось, это вот состояние роликов. Не видно, что они прям... Ну, такое ощущение, что их прям поменяли. Что они новые стоят. Ну, в целом, состояние печки такое прям совсем, совсем мало БУ. То есть, прям так, чтобы тонер где-то налипал или еще что-то такое. Ну, каких-то следов конкретной эксплуатации, собственно говоря, не заметили. По нижнему валу вот можно хорошо посмотреть. Это вот не из этого, вот просто какая-то пыль, грязь, мы вот не протирали. То есть это вот тоже, ну, нижний вал в очень хорошем состоянии. То есть каких-то особых косяков тоже по нему не видно. Ну, собственно говоря, вот. Мы специально сняли верхний кожух, чтобы все, ну как там, а то обычно где-то там снимают в плохом качестве. Ничего не. Просто так, чтобы все было всеобъемлюще видно. Да, здесь вот тоже убрали эти пружиночки, чтобы они не, ну, не закрывалась эта крышка, чтобы все можно было увидеть максимально хорошо. Вот такая вот печка. Спасибо.